Приветствую всех в школе Джобса. Вы смотрите видеоразговорник для начинающих с наглядными примерами, и для начала изучим основные выражения, их примерно 50, с которыми вы будете встречаться каждый день. Давайте начнем. Для начала приветствие и прощание. Hi. Привет. Дружеское обращение. Hi. Hello. Здравствуйте. Hello. Good morning. Доброе утро. Используется до полудня. Good morning. Good afternoon. Добрый день. Используется с полудня до 6 часов вечера. Good afternoon. Good evening. Добрый вечер. Используется после 6 часов вечера. Good evening. Можете также спросить, какие дела у вашего собеседника? How are you? Как дела? What are you doing? Что ты делаешь? What are you doing? И несколько вариантов прощания. Goodbye. До свидания. See you. Увидимся. Или see you later. See you later. Have a nice day. Хорошего дня. Have a nice day. Давайте также повторим стандартные фразы. Да, нет. Yes, no. Yes, no. Maybe или perhaps. Это может быть, возможно. Maybe. Когда хотите что-нибудь спросить, говорите please, пожалуйста, чтобы быть более вежливым. А когда вам говорят спасибо, говорите you're welcome, пожалуйста. You're welcome. Постарайтесь не путать эти два выражения. Excuse me, простите. Excuse me. Можете использовать для привлечения внимания или при извинении. Но лучше при извинении использовать sorry. Если хотите поблагодарить кого-либо, скажите просто thanks, спасибо, или thank you. Чтобы звучать как настоящий американец, произносите сочетание букв TH в начале, как Th. Кончик языка должен находиться между зубами. Не звонкое русское S, не thanks, а thanks very much, большое спасибо. Повторяйте, не стесняйтесь. Thank you very much. Если кто-то просит прощения, вы можете использовать следующее выражение. No problem, ничего страшного, it's okay, it's okay. Все в порядке, или... That's okay. Вас также могут спросить, do you speak English? Вы говорите по-английски? Do you speak English? Можете в ответ сказать, если да, то говорите, yes, I do. Да, я говорю. Или же, I don't speak English. Я не говорю по-английски. I don't speak English. Или, I speak a little English. Я немного говорю по-английски. I speak a little English. Еще несколько полезных выражений в быту. Never mind. Не бери в голову. Never mind. Please, speak more slowly. Пожалуйста, говорите медленнее. Please speak more slowly. Please, write it down. Пожалуйста, напишите это на чем-либо, например, да? Please write it down. Could you please repeat that? Не могли бы вы повторить? Could you please repeat that? Представьте, что вы оставили свои часы дома и не знаете, какое сейчас время. Вы можете просто, не стесняясь, подойти к любому иностранцу и сказать, который час. На английском это будет What time is it? И он может вам ответить It's 7 o'clock. 7 часов. Или еще несколько вариантов. It's a quarter to 8. Без четверти 8. Вы также можете... попрактиковать, изменить эти числительные, и ничего почти не будет меняться. И еще несколько вариантов. It's 10 minutes past 4. 10 минут пятого. И it's half past 8. Пол девятого. Если вы куда-либо пришли и хотите спросить, не опоздал ли я? Is it late? Уже поздно? Вопросы. When? Когда? Why? Почему? Зачем? How? Как? Where? Где? Куда? И несколько примеров. Excuse me, where the toilet? Извините, где находится туалет? Или можете сказать Excuse me, where the gents? Извините, где мужской туалет? Gentlemen часто используется сокращение gents, мужчины. Excuse me, where the ladies? Извините, где женский туалет? На этом пока все. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новую часть разговорника, и смотрите другие видео на канале о том, как построить предложение в английском и многие другие. До скорых встреч!